Всем, дорогие друзья, сегодня с вами я, Players. Извините, что так долго не снимал, небольшие технические проблемы были. И как вы видите у меня на экране, угадайте кто? Я думаю, многие знают и многие не знают, кто это. Это у нас Каташи-сенсей. Думаю, многие знают анимешку Наруто. Вот я его на главный экран поставил. Сейчас я еще хотел бы показать вам приложение, откуда я это взял. Думаю, многие хотят такие крутые боли штуки. Заходим сейчас в Play Market. Также не забывайте подписываться, ставить лайкусики, колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Теперь я буду снимать их намного, намного чаще. И пишите в комментах, какая фоточка вам больше понравилась. И мы в поиске просто набираем слово Наруто. И просто Наруто. Не Наруто игры, не Наруто бой. И у вас должно быть вот такое. Наруто Валперас HD. Вот туда заходите. И смотрите, тут прикольные есть фотки. Напишите в комментах, кто знает, кто справа, а кто слева. Давайте, я на 3 секунды давай. 1, 2, 3. Кто ответил правильно, молодцы. Кто нет, все равно молодцы. Справа это Саске. Саске. Не смейтесь, что такое название, это анимешка. Справа Итачи, его брат. Вот это я не знаю, как его зовут. Вот это я точно узнаю, кто это в плаще. Это Минато, папа Наруто, многие знают. Это Наруто, это Итачи. Это их я не знаю, это тоже Наруто, это Гара. В общем, приложение вот так вот называется. Скачиваете, заходите. В общем... Заходим. Сейчас. Зашли, и вот, картинки вначале будут появляться. Вот такие вот картинки. Может, у кого-то другие. Вот мои, вот, которые у меня стоит на экране блокировки. Это вот, это вот. Скажите, красиво же? Блин, как ТикТок выглядит же цветом. И вот это мне еще тоже понравилось, Каташи. Кому-то может понравиться вот такая вот тоже прикольная. Фоточка тут, по-моему, Итачи или Саски. Тут вот эти. Тут у меня вот эти. Тут Наруто, Итачи, Саски. Прикольные такие. Вот это есть еще такая вот. Это вот это, как его, Шеринган. Короче, прикольные фоточки всякие. Устанавливайте их. И подождите. Прежде чем устанавливать, я вам расскажу, как сделать. Например, вот заходим на вот эту фотку. Download загрузить, то есть не нажимайте. Потому что там ничего просто не происходит. Надо нажать Set справа. Нажали Set. Сейчас. Нажимаем, и вам показывает, куда это установить. Главный экран, или главный экран блокировки, или экран блокировки просто. Короче, там вот эти три варианта. Только главный экран... Короче, там не три фото можно, а два фото. Я сам сейчас сделал, у меня получилось только два. И можно выбрать на фотографии контакты. Может, у кого-то будет больше всяких приложений, просто я не сижу в них. Если под этим видео наберем 10 лайкусиков, то я в следующем видео расскажу вам очень четкую и очень хорошую и ненадоедливую игру Наруто. Окей? Окей, а с вами был я, Players. Подписывайтесь на канал, ставите лайкусики и всем пока!